сегодня приготовим запеченные роллы с ароматными и вкусными шапочками. И следующая шапочка готовится с лососем к майонезу. Также добавляю сливочный сыр и сыр моцареллу. Добавляю немного соуса барбекю и мелко нарежу небольшой кусочек слабо соленой семги. И еще раз хорошо перемешиваю. Для начинки я также буду использовать красную рыбу. Классика. Прижимаем рис, переворачиваем сливочный сыр, хорошие куски красной рыбы и авокадо. Ну и обваливаем наши роллы в тобика. Берем начинку, вот так вот ложкой ее аккуратно разравниваем. Ну что, наши роллы готовы, пора отправлять их в духовку. 230-250 градусов, 3-5 минут. Вот уж действительно много лосося.